Ну чего смотришь на меня? Давай лайк ставь и подписывайся на мой канал. Ну а мы продолжаем. Всем привет, ребята, с вами я, ваш КентПК. И прямо сегодня вышла новая версия Блокстрайка, а именно 5.0.7. И, ребята, в этой версии добавили новую карту под названием Delay. И я даже нашел уже на этой карте первый баг. И, конечно же, сегодня ваш КентПК вам его продемонстрирует. Так, ребят, карта у нас довольно-таки необычная, то есть карта гораздо отличается от всех предыдущих карт по игре Blockstrike, а именно в режиме Death Run, то есть, если вы, ребят, помните, не знаю, ну, та, любая другая карта по БС в Death Run, она отличается, притом сильно отличается. Ну, в жизни вот такого взрыва никогда не было, то есть я считаю, ребята, это прорыв. Вот это первый баг, то что этот лазер вообще не убивает. То есть он вообще, по сути, бесполезный. Ну что же, давайте дальше. То есть, по сути, ребят, вы можете просто стоять вот тут вот АФК, и, грубо говоря, команда синих никогда не проиграет. Ну, конечно, это плохой баг, то есть вы, ребят, ни в коем случае не АФКшьте, потому, вот как этот парень, потому что из таких, как вы, возможно, будет портиться игра. Так, а ну-ка, а что это такое? Ничего себе, ребят, прикольно. Добавили много разных ништяков, много разных новых уровней сложности, то есть я явно не знаю, что и как. Вот эта вот бомбочка, что типа взрыв бомбы, это меня, ребят, вообще удивило, потому что я такого никогда в жизни не видел. Ну, в общем, я скажу так, что круто. Ой, минус парень, улетел. Ничего себе, так я еще нормально играю, так. А, я один остался, вот это я батя. Вот это да. Так. Ребята, это прям что-то новенькое. Ой-ой-ой, вот это наркомания. Я не понимаю, что происходит, но я понимаю, что лучше не двигаться. Так. Ага, а как я понимаю, вот именно тут пропадают блоки, да? Я понял. Так, я понял. Опа. Слушай, такого тоже раньше не было. Ну, вообще, прикольно так-то, да? В целом, я, ребят, доволен, потому что добавили новые текстуры, новые блоки, и это однозначно плюс, однозначно круто. Так, надо кентухи выиграть. Ой-ой-ой, вот тут, наверное, сложно будет. А, я уже помню, ребят, вот тут, короче, плита наклоняется, и тут, короче, надо все делать очень осторожно. Так, а ну-ка. Так. Короче... Поехали. О, да, мы это сделали. Ой-ой-ой. Блин, это было круто, однозначно. Так, а теперь у меня вопрос, идти влево или вправо, ребят. То есть это сложный, такой сложный вопрос. Я не знаю, какой правильный ответ, но я знаю, что можно перепрыгнуть сбоку. Если это, конечно, у меня выйдет. А ну, надо попробовать. Так, ну что, давайте. Была, не была? О, да, я это сделал. Ребят, это баг номер два, по сути, да? Это уже второй баг, потому что, ну, вообще такого не должно быть. Надо проходить именно по двери. Так, идемте дальше. Так. Ой-ой-ой. Ой, ну, по всей видимости, вот этот парень, это мой подписчик, потому что он нажимает на все кнопки подряд. Ну, конечно, мне приятно, но не стоило, дружище. Ой-ой-ой. Блин, вот я думал, мой подписчик, думал, не будет меня убивать, и он взял и нажал на кнопочку. Ну, вот так вот, ребята. Ну что же, у нас меняется карта, поэтому я думаю, что пора заканчивать данное видео. Я вас всех настоятельно прошу поставить лайк, написать ваше мнение по поводу новой карты в комментарии, а также подписаться на мой канал. Ну что же, ребята, я вас всех сильно-сильно люблю, вам всем большое спасибо за вашу поддержку, всем удачи и всем-всем пока.